Простое воскресенье на родине Кришны. Вот аппетит. Поздравляем. Реал Индия. Главное для туриста, конечно, чтобы снимать не запретили. Находимся в давке. У кого-то, знаете, или сигареты пропали, а вообще вот такая ситуация. Я не просил же у тебя. Кришна, рикша. Почти одинаково. Русского парня уже свихнулся. Заставили снять обувь, зайти в этот загончик. Ногу-то так и не дошли, да? Кришна там стоял. Какие обезьянки? Обезьянка чисто все. После такого нам положено. Смотрим, как трактор называется. Белорус. Вот этот человек вообще не понимает, что пытается сделать. Наверное, поедет против шерсти. Сюда ему нельзя. Туда тоже вряд ли. Обратите внимание, как действуют обочинники. Просто выезжают на встречку к нему и тоже встают там далеко в пробку. Hello, guys. Hi. А тут человек просто уже обедает. Good аппетит. Надолго мы здесь, наверное, стоим. Каков твой прогноз? 4-5 часов. В пробке? Да. Постоим вот здесь? Да. Ну, у нас есть air condition. Да, это радует, безусловно. У нас нет интернета. Объезжали платную дорогу, перекрыто, увидели свадьбу, решили зайти на свадьбу. Ну, на свадьбу уже как-то заходили в одном городе, так что сейчас сходим на сельскую. Будем, конечно, вести себя как два белых идиота. Hello. Hello. Здравствуйте, друзья. Как дела? Как дела? Наверное, married? В общем, поскольку событие для деревни это большое, что пришли два белых, то, наверное, мы стали центральным событием, которое запомнится всем участникам свадьбы. Честно говоря, не очень знаю, о чем с ребятами разговаривать, и, наверное, сейчас вот просто их всех пофоткаю и отплавлю. О чем они говорят, соответственно, я тоже не понимаю, поскольку вряд ли они говорят по-английски. Но думаю, что я побывал на свадьбе. О! Это, видимо, свадьба. Поздравляем! Поздравляем! Congratulations! Hello, goodbye! Всего хорошего! Долгой, счастливой, совместной жизни вам! Так, Екатерина, я поздравил. Я уже поздравил уже женихам. Вы вынуждены откланяться, наверное. Спасибо, до свидания. Пойдем. И сразу возвращаемся к нашим тракторам пикеровым. Реал Индия. В этот момент Реал Индия представляет собой объезд платной трассы. Так что не совсем Реал, вот эти машины, они вряд ли Реал. В Реал Индия машин нет, все больше коров для трактора. Уже выехали на платку опять. Закончилась реальная Индия.
Кавказская поляна. Место рождения Кришны. Машину оставили далеко. Можно, конечно, взять байк-такси. Вот они стоят. Или сесть на тук-тук. Но мы пока гуляем. Это очень странно, да, как бродить в воскресенье вокруг храма Кришны, одного из самых главных в толпе народа. Только больше мы ни с кем не фотографируемся, потому что все хотят с нами сфотографироваться. А у нас нет времени на эти забавы пустые. Вот такое оно, простое воскресенье на родине Кришны. अरे कहाँ चलेगी वो? Ботинки сдали в камеру хранения. Идем как положено. Ну, не как положено, нас бы не пустили, конечно. Главное для туриста, конечно, чтобы снимать не запретили, как это тут бывает, а то все зря будет. Запрещено снимать, но я буду по-пиратски. Палками за это не бьют, не выгоняют. Просто говорят, не снимайте. Идем на второй этаж. Единственные белые, и находимся в давке, пытаемся выйти. Воды, но это не безопасно. Это не безопасно для белого человека, его жизни. Вот здесь на входе у меня отобрали сигареты. Я специально вернулся из принципа вернусь свои сигареты.
Help me, please, cigarettes. Сигарет. Ну? Сигареты, все. Так я и знал. Ну, у кого-то, знаете ли, где сигареты пропали, а вообще вот такая ситуация. Так что лучше сигареты пропали. Спасибо, Криша, что взял сигаретами. Ну, отличный Кришна. Смотри, Ганеша и Хануман. Я что-то не уверен, что у нас туда хочется. Короче, мы не можем найти. Не можем найти тот храм, куда ступала нога Кришны, поэтому взяли. Тара нам взял этого рикшу. Кришна, рикша. Почти одинаково. Рома, ты не богохульствуй, Катя. И мы едем искать то самое место. Не факт, что будет здорово, когда мы его найдем. Тут может быть столько народу. Момент, конечно, неподготовленному русскому парню можно свихнуться от этого шума, вопли. Заставили снять обувь, зайти в этот загончик, идти 15 минут. Спрашивают, что спрашивают.
Так, давай, Катя, расскажи, как мы ходили. Это было круто. Как ритуал проходил. И главное, вы же ногу-то так и не дошли, да? Кришна там стоял в этом храме. Ну, так, она там была. Да, там где-то в полу. Там слишком много чужих ног. Да, ну там как бы найти. Без вариантов. Пришлось выходить не солоно не похлебавшую ногу Кришны. Не просто это было. Духовная жизнь уже индийская. Мы что-то уже, пожалуй, не пойдем в темплы сегодня. Нам хватило. Хотя там весело. Люди все идут и идут. Какие обезьянки? Ребятка чисто все. А вот это не увидеть. Наконец-то не на велорикше наконец-то мы едем, а на моторизированной. Но после такого нам положено почувствовать себя белыми господами. Первый день фотографируюсь в этом же фастфуда, и там тоже стоял трактор. Вот такой трактор стоял. Сейчас с нашим гидом Тарой поговорили, что вот трактор, и по-русски тоже трактор, и по-индийски трактор. Но потом смотрим, как трактор называется. А трактор называется Беларусь.